Мать честная, наш лимонад расходится, как горячие пирожки. Для новой партии лимонада нам требуется больше ингредиентов. А знаешь, Эй-Джей, что будет еще круче миллиона довольных покупателей? Миллиард свежевыжатых порций каждый день. Давай-ка наберем побольше сырья. Мы на месте. Зомби обычно прячутся в трясинах. Придется пораскинуть мозгами, чтобы их выманить. Ну давайте попробуем поискать поедателей мозгов. А, вот и подходящее местечко. Закинем приманку и прячемся. О, мозги. И это-то ловушка. И первый готов. Отличная работа. Давай поищем еще парочку зомбарей. Без проблем. Вот тут явно прячется несколько мозгоедов. Ух ты, мозги. Сейчас перекусим. Это еще кто? Полегче. Держим у него горшок. Один у нас, но нужно еще второго. Сейчас организую. Опять мозги. Вот это везуха. Ух ты ж, ёлки-палки. Задание выполнено. Отлично управляешься с гарпуном, Эй-Джей. Возвращаемся в кафе. Хорошо поработал, Эй-Джей, но настоящая работа только начинается. Какие сочные, так и хочется уже начать их выжимать. Вот где творится настоящая магия. Готов начать? Загоняй троих зомби в зомби-выжималку и начнем. Не торопись и сильно не дави. Ну что ж, давай попробуем. 1, 2, 3 и погнали. Ждем несколько мгновений, и будет готовый первоклассный сачок. Подходи, торопись, покупай живопись. Ух ты, да у нас повышение уровня. Теперь можно прикупить какого-нибудь барахлишка. Начало положено. Пора задуматься о будущем и инвестировать во всякие новые прибамбасы. Зайди в магазин оборудования и купи ранец на наши кровно заработанные. Ну давай посмотрим, что там у нас есть. Экипировочка. Вау, вот это ранец. На этом реактивном рюкзаке я точно смогу прыгать выше. Держитесь, зомбари. У нас тут еще одно повышение. Бизнес прет в гору. Бизнес действительно процветает. Нам нужно обеспечить бесперебойные поставки зомби. Да побыстрее. Я запрограммировал нашего дрона, чтобы он отслеживал все активности зомби на болотах. Пойдем проверим, как у него дела. Так, дрон навел нас на это место. Должно быть, здесь прячется немало зомбарей. Закидываем приманочку. Вау, откуда здесь появились мозги? От верблюда! Стоять бояться! Врешь, не уйдешь! Осталось поймать еще одного любителя мозгов. Вон он, голубчик, уже клюнул. А теперь иди-ка сюда, родной. Попался, товарищ. Эй-Джей, у меня хорошее предчувствие. Знаю, бат, этот бизнес обещает быть куда более выгодным, чем предыдущий. Ага, ну так давай займемся развитием бизнеса. Надо поднять его на новый уровень. Смотри, вот активные задачи. Чем больше ты их выполнишь, тем больше будет награда. Давайте попробуем еще заработать немножко денежек. Пошла мазута. Эх, вот зажьем. Ну а на сегодня все. Это была пилотная серия новой истории на канале Game Story. Если видео наберет 10 тысяч просмотров за неделю, тогда вы увидите продолжение. Ну а сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи. Пока!